О четвероногом друге в семье Борисенко мечтали давно, и когда в их доме наконец появился Шира, радости, особенно у детей, не было предела. Однако практически сразу новоиспеченные собаководы столкнулись с проблемой. В городе отсутствует специальная зона, где можно выгуливать питомца. Тем более, что пес довольно крупный, и даже когда он на поводке и в наморднике, многие прохожие при встрече с ним испытывают, мягко говоря, дискомфорт. А между тем, для полноценного развития, да и для той же безопасности окружающих, все собаки нуждаются в дрессировке. Так и появилась у семьи Борисенко идея обратиться к мэру Черкесска с предложением об устройстве в городе специализированной площадки для собак. Появилась такая инициатива у нашей семьи, что нужна собачья площадка для дрессуры, чтобы можно было заниматься с кинологом, чтобы можно было отпускать, чтобы они находили общий язык. А то, когда собаки на привязи, они более агрессивны становятся по сравнению к своим сородичам и к людям. А так, чтобы они бегали, было у них свое место, где они могли спокойно развиваться. Проект площадки для собак в мэрии поддержали. К слову, Борисенко разработали его самостоятельно. Согласно чертежам, на огороженной территории разместятся зоны для отработки команд, различные снаряды для тренировок, мостик, лабиринт, барьеры и другие, крытая беседка на случай непогоды, а также велопарковка и скамьи для отдыха. Выгуливать собак можно будет и в темное время суток. На территории установят освещение. Ожидается, что площадь зоны для выгула составит около 900 квадратных метров. Располагаться она будет в районе Малого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Мы выбрали оптимальное место, где можно будет разместить эту площадку. Значит, выкорчевали самые плохие деревья, которые были, они опасные были. Вот. На сегодняшний день завезли гравий, который уже мы начинаем вот немножко трамбовать. Погодные условия ждем. Как погодные условия появляются, мы сразу его оттрамбуем, будем заливать фундамент под забор. Работы по обустройству дрессировочного комплекса планируется завершить в течение месяца. С появлением площадки в городе владельцы собак наконец смогут обеспечить своим питомцам активный отдых и нормальное физическое развитие. Очень хорошо, что открывают площадку для собак, потому что у нас таких мест нет в городе, негде гулять с собаками с большими. Собак больших необходимо тренировать, обучать, а эта площадка позволит как бы заниматься с собаками и позволит эти сооружения. Вот. А так, конечно, это большая проблема для нашего города, что нет у нас площадок для занятий с собаками и для выгула собак. И очень хорошо, что эта площадка находится в зоне доступности, то есть на Зеленом острове, где можно прийти, а не за пределами города. От появления зоны для выгула собак выиграют и остальные жители города, у многих из которых, к слову, накопилось немало претензий к собаководам по поводу несоблюдения последними правил выгула животных и отпускают без намордников и не убирают за ними. Хочется надеяться, что с открытием специальной площадки город станет чуточку безопаснее и чище. Мария Клокова, Артур Мхце, Андрей Дорошенко. Итоги недели.